О, мои хорошие. Всем привет. Всем привет! Привет, мои хорошие! Привет, мои дорогие! Привет, мои золотые! Ну что, начинаем? Новое видео про кухню. У нас только кухня пока. Есть у нас и много других всяких видео, но они недоделанные. Где-то что-то не так, и поэтому и они не выставляются. Вот, хотела некоторым сказать заранее. Читали уже комментарии? Пишут, ну сколько можно жрать? Неужели вы всю жизнь проводите в жратве? Я, конечно, тут же сразу ответила, что еще похамите и вылетите, как пробка из бутылки. Но не знаю, может быть, не прочитали, может быть, не такие далекие, что ответы сразу приходят, и где их читать, может быть, не находят люди. Но в любом случае, еще раз, эта дама что-нибудь крякнет в моих комментариях, она вылетит, как пробка из бутылки. Жрала, жру и буду жрать. Никого не спросила, сколько мне надо, столько и буду готовить, столько и буду находиться на кухне. Мне это нравится, мне это в удовольствие. Каждый день у меня новые блюда. У меня нету такого, чтобы... Я вот не хочу оправдываться. Зачем оправдываться? Но вот характер такой, да? Склад характера такой. У меня нет полных этих, скажите мне, салатниц, где вываливаются помидоры, огурцы или еще что-то. У меня все минимальное. Я занимаюсь минимализмом. Я это люблю. У меня все подсчитано. У меня все рассказано вам, показано все вам, что мы делаем, что мы добавляем. Нигде мы не химичим, как один раз я вот уже говорила, пообещала вам, купила апельсины в турецком хорошие, посмотрела где-то видео, что очень вкусные, очень. И там столько было, и на всяких языках люди писали, я перевод прочитала, ой, какой вкусный, красивый, да. Ухон был за 5 минут, типа, там, значит, печенье надо было с маслом нижний слой сделать, и потом прослойки вот этим с желатином. У меня ничего не получилось, у меня желатин не застыл, написано одна пачка, там, может быть, этот желатин сейчас химичат также, надо было, может, по 2 пачки ложить. Все сделала, на утро проснулась, вода это как булькала вот так, так и булькает сверху. Естественно, мой уже крем, я его делала в 2 слоя. Крем у меня уже, естественно, нарушился, все нарушилось. Я прямо как стояла утром, так сразу в топку называется, прямо в мусорное ведро и выкинула. Жалко продуктов, жалко апельсина, жалко много чего там было использовано. И вот это вот жалко, да, когда люди говорят, за 5 минут там не получалось. Я провела на кухне 2 часа, билась. Там этот желатин нужно, чтобы набух. Там потом это залить беленькое, чтобы застыло. Потом желтенький этот апельсинчик нужно было развести в желатине вместе с соком, да, из апельсина. И все это опять залить, все это застыть. Но... Не люблю нечестных людей, которые действительно врут, которые хотят сделать из, называется, говна котлетку, да? А когда делаешь, не получается. Поэтому я всегда пишу, если это вкусно, если это действительно вкусно и получилось, то это действительно вкусно. Если мой предпоследний четверговский рулет, или как его звать, Ташин как-то Ксения называет, яблоко, значит, в слоеном тесте. Если его люди уже сделали и сказали, Алена, это пальчики оближешь и очень быстро. И скажите мне, денег, затрат никаких. Better Tag стоит 99 центов или Euro 19. Сколько он там сейчас стоит? Он у меня по 5 пачек лежит, потому что если я хочу что-то печеное, если я хочу что-то такое стряпанное, а у меня печенюшек отродясь никогда нет, они очень дорогие. За 2-3 евро я покупаю только по великим праздникам детям. И вот на этом вот на своем печеном мы выезжаем.
Но вы уже знаете, да, ситуацию мою, поэтому я не буду вам рассказывать, почему я выезжаю на этом. Не буду повторяться и не буду задевать этот вопрос. Я вам расскажу только, если вдруг что-то будет новенькое из вон выходящее. Только тогда вам сообщу. А так, эту тему я закрыла дома, запретила всем говорить об этом, дабы не нарушать и не портить мне последнюю психику. Вот, все равно в голове это крутится, это никогда не забудется, это мое, да, это мое живое, это мое родное. Я на свою родную дочь положила жизнь. Все знают, я даже врать не буду никому, как она жила, как она воспитывалась, как она одевалась, сколько мы ей вложили в душу, и Костина мать, свекровка, была очень воспитанная, очень грамотная, положительная женщина. Она ей и моему сыну Артему прививала именно любовь. Любовь к родителям, любовь к ближним, и вообще просто, чтобы человек был не черствый, а умел любить. Но что-то пошло не так. И вы знаете, что наш дорогой и обожаемый зятёк подгомнил. Ну все, начнем работать. Все мы рассказали, все новости обсудили, плюнули, растоптали, забыли. С Богом, с Богом, с Богом, как я говорю. Всегда говорю, вот кто-нибудь что-нибудь плохое говорит или пишет, у меня всегда в голове: лети, лети, ко мне не попади. Так и сегодня. Лети, лети, ко мне не попади. Поехали. Высмотрела в интернете что-то там на немецком, да? В немецком. Я и на немецкий же видео подписана. Так вот, там, значит, 1,2 миллиона просмотров какой-то мужчина делал мясо. Пишет: вкусное, пальчики оближешь. Ну, это я все через перевод, да, делаю, узнаю. И какое-то название такое оригинальное придумал. Я сейчас не могу это видео найти. Я его, если лайк на него не поставила, то его больше уже я не найду. Так вот, я хочу сказать, что это мясо-то делают уже давным-давно все люди путни. Это мясо называется по-французски, да? А у него как-то там, ну, по-ихнему называлось. На немецкий лад, да, по-немецки. И вот мы сейчас с вами отобьем мяско. Он это мяско делал 2 часа, прямо час, что-то 51, да, показывала по времени. Думаю, боженька ты мой, как это все растянуто, натянуто. Это не по 37 минут. А раньше мои видео вообще были по 4 минуты. Все сокращенное, как девчонки писали: Алена, один глаз там, другой уже там. Мы ничего не можем понять, что ты там снимаешь. Все сокращало для людей. Сейчас поняла, что лучше это людям видеть, да? И слышать, чем делать это под музыку. Так. Не нашла больше никаких противней чистеньких, красивеньких и уютненьких. Буду делать здесь, потому что нам нужно это мяско поднимать. Не хочу противень, ой, этот бак-папир, да, делать. Поэтому мы сейчас с вами помажем маслицом, чтобы не подгорело. Положим это мясо хваленое. Мясо купил Константин. Ой, говорит, Лена, такое красивое мясо купил. А оно вот, знаете, вот с этой вот прослоечкой наверху, да, белое мясо, это, наверное, вырезка такая у них идет. Ну вот где идет хребет, да, у поросенка, так вот эта вырезка. Она сухая, она твердая, она невкусная. И купил мне 2 куска, как-то привез.
Я говорю, что ты наделал? Заехал в Кауфланд и там купил. Вот видите, какая вот эта вот белая полосочка. Я так думаю, что это с этого. Вот именно с хребта, да? Я говорю, что ж ты не позвонил, что ж ты не посовещался? Я это мясо терпеть не могу. Вот прямо органически не перевариваю вот это вот мясо. С него даже капусту потушить 40 минут. Я 20 тушу, а иногда 40 ставлю, чтобы хорошо протушилось. Не протушивается мясо. Не протушивается. Твердое, волокнистое. Может быть, я не умею готовить. Если что, есть возможность Аленку научить, да, этому. Так, мои хорошие. Места нет. Но мы, как говорится, работаем. Что нам еще делать? Почистили картошечку. Почистили лучок. Почистим хваленую паприку, которую я купила и просмотрела с дыркой. Уже чуть не прокис. Вот она, паприка у нас. Морковку не будем, она твердая. Не хочу марать посуду. Вот я приготовила майонез, паста томатная и горчичка. Сейчас это все по ложке маленькой, по каплюшке разведу сюда и все размешаю. Устала, честно, столько потом посуды, вы даже не представляете, сколько посуды нужно мыть из-за одного блюда. Все это культурненько, чистенько надо показывать. У меня и так все чистенько. По возможности, да? По реальной возможности, а не то, что показывают на показ люди. Есть кулинарные каналы, которым нечего разводить демагогию. Пришла, показала, да, и ушла спокойненько. 5-7 минут. Это канал такой. Они его прямо зарегистрировали таким каналом. А у меня канал общения. У меня канал разговорный. У меня нет такого, чтобы я... Ну, не заставляет меня, конечно. Я могу спокойненько все это делать, да. Спокойненько все это. Я много делала, да, вам беззвучных видео. Но какой интерес без звука. Хотя многие любят четкость, как говорится. Краткость, мать таланта. Пришла, рассказала, показала ручками, музыку включила. И очень хорошо. Ну, у нас... У меня канал просто зарегистрирован не так. Я вам уже показывала, да, что много-много-много всяких проверок идет и все на свете. Мне пришел, например, Манунг. Предупреждение о том, что я рассказывала вам про косточки. Видео удалили. И удалили. И прислали мне Манунг на 2 месяца. Вот. Поэтому... Теперь мне нужно вести себя достойно. Что мы и делаем. Так, сейчас мы делаем лучок. Не буду ничего резать. На досточке. Красиво все. Забыла посолить и поперчить. Вот что забыла, стою и думаю. Как хорошо, что я... Сейчас бы это было все нарезано, я бы сейчас это все уже скидала бы сюда. Аккуратненько, красивенько бы сделала и забыла бы мясо посолить. Вот что делается. К лучшему, что не нарезала, все не наготовила. Есть плюсы в том, что не сразу готовишь. Готовое раскладываешь.
Так, сейчас мы с вами вместе с луком посолим. Немножко оливковым маслом побрызгаем. Или это может сверху надо было сделать. Ладно, сверху сделаю. Перчик, 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 ты могуч. Немножко чили. Это у меня простой соевый соус. Что-то я его не замечаю. Плохо. Вы видели, Аленка переквалифицировалась из стихов в песни стала петь. Ищите в коротеньких видео. Они должны вам высвечиваться. Так, теперь положим паприку. Паприку, может быть, и не ложат в это мясо по-французски. Я положу, пропадает, да? Пропадаю я. Пропадаю я. Мама та на та 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 на та на та. Глупые вопросы, что я делаю и где пропадаю я. Ночами пропадаю я. Вот такие пироги. Вот так. Мясо по-французски. Хотела сказать людям, которым не имется, да? Ребят, не портите нервы. Ни себе, ни людям. Честно вам скажу. Вот нам одним кликом вас забанить. Девчонки с Ютуба. И вот я даем вам просто шанс иногда, чтоб вы одумались и также одним кликом взяли и удалили свои комментарии. Просто прочитали его и подумали, зачем я это делаю, и удалили. Я все равно эту забаню бабу. У нее ник свежий. Видимо, хочется высказаться так же, как и предыдущим оратором. У меня принцип не удалять ничего. Те комментарии, которые вы прочитали, их заблокировал YouTube. Потому что я подала жалобу. Я не хотела сама удалять. Уже говорила вам, по каким причинам. По причинам хвостуна. Что этот хвостун, как говорит, тетя Алена, я же лев. Знаете, лев вот такой был. В мультике, не в мультике, а в такой сказке еще такая была. Лев Алекс больной. Он какой больной. Так вот он, этот лев Алекс, мне его напоминает. Я прямо сдерживаюсь с большой-большой силой не рассмеяться прямо в лицо этому льву. Это не львы, это шакалы. Вот, мои хорошие, немножко польем лимончиком, пусть будет.
Я все еще тебя люблю, а может, это сон. Все вживую. Если майонез заканчивается, то он заканчивается вживую. Интересно, как думаете, родители его прочитали, эти комментарии? Что они думают на этот счет? А интересно. Поди гордятся парням и вообще всем подряд. Что-то картошечки маловато, что ли, больно. Почищу еще одну. Порезала. Покрошила. Все сделала. 2 дня уже цветы стоят у меня, не тронутые, не пересаженные. Сейчас пойдем с вами цветы. Нам надо посадить, пересадить, навести порядок. Погоды нету, да? Поэтому не хочется на балкон выходить. Цветы навести порядок и пропылесосить в комнате. Вчера эти орешки, да, всякие печенюшки, да, этот блеттертайк крошится. В любом случае, проснулась, думаю, о, мама, не горюй. А мама и не горевала, что ей горевать-то. Все, мои хорошие, ставим в духовку. Уже готово, я посыплю сверху еще сыром. Сейчас нет. 1,5 часа, 1:51 человек делал, а я сделала за 10 минут вместе со съемкой. Но вот так умеют люди. Это все убираем. 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 Все, мои хорошие. Лимончик еще оставлю. Вдруг понадобится. Горчичку убираем. Редисочку проквасила. Уже смотрите, что делается с редисочкой. За 2 дня она на балкончике. Все равно уже тепло. Балкон уже все. Балкон — это не холодильник. Я люблю с редиски салат. Вот так меленько-меленько крошу. Можно и на терке. Но это, знаете, такое состояние редиски, как для беззубых. Надо хоть маленько, да, деснам какое-то упражнение давать. И вот я вот так делаю. Где хорошее, не буду почищать. Зачем? Красенькая обложечка редиски, оболочка. Тоже полезно. И вот я сейчас сюда лучок покрошу. И сливочки, не сметану густую, а сливочки. И она тогда, знаете, как подливочка такая вкусненькая. Мы ее раньше делали у родственников на даче. Редиска уже пошла, сливочки принесли. Быстренько лучок у меня был всегда на даче. И вот мы по-быстренькому такой салатик делали. Витаминный называется. Ничего лишнего. Абсолютно ничего лишнего. Но на этом, на терке сильно нежно, да? Редиска еще тоже водичку дает. И тогда уже у меня это сливки, редиска плавают в этих сливках. С этой стеркой, наверное, нужно со сметанкой делать. Со сметанкой вот этот, не жирная сметана, этот, как у нас называется, крем фреш, наверное. Вот с нее очень вкусно. Вот так мы это все крошим соломочкой.
Мы любим с Константином дети, редиску. Их можно обмануть только в окрошке с редиской. А так у них то отрыжка, то у них еще что-то. Не буду говорить, но это был слоненок, да? Как Константин говорит, но вы сейчас дадите бой от черемши. Нет, ничего. Нормально все у нас было. Никакого боя черемшинного у нас не было. Воздух мы не испортили с Ксенией. Желудки у нас хорошие. Угу. Картошечка пошла в ход с мяском. Ой, завтра суббота рабочая Константина. Я думаю, что нам хватит. Большие оставлю. Пусть будут. Вот сюда сложим. Может, еще на что-нибудь пригодится. Вдруг что-то придумаем. Огрызки остались лучка. Вот это я тоже никогда не выкидываю. Это я делаю в капустку, во всякие зажарки, поджарки. Не надо ничего выкидывать. Все это нужно. Помою лучок. И порежем. Не буду пока солить, воду даст. Только поперчу. Ну и сливочки. Солю попозже, если не забуду. Нет, Константин перед едой посолит. Все. Самый бюджетный салатик. Редиска 59 центов и лучок 79. Дорогие мои хорошие люди, с кем я общаюсь, кто на меня подписывается. Кто на меня подписался. Спасибо вам еще раз большое за понимание и поддержку. Вы знаете, такое ощущение, я уже говорила неоднократно, и вы могли понять по моим видео, когда я ставила стихи и все на свете, что дети стали жестокие. Не знаю, что мы не додали своим детям, но я говорю про одного пока ребенка. Эти тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу. Так вот, не знаю, что мы не додали этим детям, которые так жестоко обращаются, безжалостно, вы даже не представляете. Такое ощущение, что эти дети родили себе детей для нас, для бабушек и дедушек. То есть ты должна теперь, мы родили, и ты должна их воспитывать. Ты должна с пятницы по воскресенье уделять им время, стряпать печенюшки, там еще что-то. Мне не в тягость, я это люблю, я это все равно делаю. С ними же, с внуками или без внуков, я все равно это делаю. Но ребенку прививать любовь к труду, любовь к красоте, любовь там еще к чему-то, это же дает только мама, не папа. Мама дает это все. И вот так, как он там написал, а что ж ты не помогла своим внучкам и 2 месяца к нам не заходила? Друзья мои, детей родили вы для себя, а не для меня. И я к вам заходила 2 года назад. Перед носом закрыли дверь. Прямо перед носом моим. Я 2 раза в одну речку не вхожу. Я 2 раза на одни и те же грабли не наступаю. Какие еще вам пословицы и поговорки сказать? Я знаю, что вы теперь следите за мной.
смотрите видео и за каждым словом моим следите. Ну и следите. Может, мировоззрение ваше поменяется. Но не делайте нас виноватыми в том, что вы родились для себя и себе детей. Вас никто не заставлял. Не было желания, не было настроения. Есть возможности моря. Но вы раз решили оставить ребенка, значит, будьте добры им заниматься и воспитывать его. А не перекладывать с пятницы по воскресенье детей бабушкам или дедушкам. Все. Теперь я все сказала. Уже достала свою еду и накрыла ее вот так, чтобы она была горяченькая, не пересохла в духовке и не пережарилась. Вот такая красота у меня получилась. Уже Константин пришел. Все тепленькое, все горяченькое. Мы будем кушать. Ну, а я, мои хорошие, с вами прощаюсь на сегодня. Все. Всем пока-пока. Берегите себя и своих ближних.